Всем привет, меня зовут Степан. Меня зовут Евгений. Мы идем в зал тяжелой атлетики, утренняя тренировка. Город Гусиноозерск, Республика Бурятия, детско-юношеская спортивная школа номер 2. Зал находится в трибуне стадиона. Вот такого вот небольшого. Здесь два зала, один тренажерный, другой тяжелой атлетики. В этой области тяжелая, здесь тренажерный. Зашли в зал, идем в раздевалку. Вот раздевалочка наша. Такая вот тренерская. Здесь сидит тренер, пишет планы. Весы, мини-склад, два тренажера, велотренажер и лыжный тренажер. Заходим в зал, основной наш зал, тяжелая атлетика, 4 помоста. Раз, два, три, 4. Разобранный помост основной здесь стоял. Сейчас мы его соберем, через пару месяцев починим, и здесь будет основной помост стоять. Пока здесь складируются гири, наш тренер пишет планы, пару слов о зале. Так, наш зал существует с 2000 года, скажем, перед этим мы занимались в подвальном помещении, сейчас под трибуном. Ну, зал очень хороший, мне нравится, детей занимаюсь, а сейчас много именно детей. Тяжелая атлетика мне очень нравится, я фанат тяжелой атлетики, очень люблю ее. Ну, такие дела вот. Все мы любим тяжелую атлетику. Ты любишь тяжелую атлетику? Да, люблю. Тяжелая атлетика, Дюша 2. Угадайте, кто на плакате. Этот плакат был изготовлен где-то около 3-4 лет назад. То есть как бы мы не из лести, там Дмитрий Клопов изготовил. Просто таких топовых бойцов тяжелой атлетики взяли, поставили. Наш зал находится в Республике Бурятия, город Гусиноозерск. Детско-юношеская спортивная школа номер 2. Ну, это где-то, возьмите, ниже Байкала, так скажем. Соседний регион наш, Забайкальский край, Иркутская область. Утренняя тренировка, народу еще нет, сейчас все подтянутся. Начнем пахать. Идем во второй зал. Такой вот зальчик не основной, мы здесь мало времени проводим, качаем в основном спину, пресс и жим лежа иногда делаем. Больше особо ничем не занимаемся. Ну, турничок. Вот. Тренажеры еще самопальные такие, самодельные. Ну, некоторые просто старые. Еще с 80-х. Такой вот зальчик. Жестких ребят нету в зале тяжелой атлетики, поэтому полтинники здесь. Их никто не может поднять. Вечерняя тренировка в самом разгаре. А вот наши ребята. Face me out, face me out, face me out, face me out, face me out.
Всем привет, меня зовут Владимир. Мы с вами находимся в Новосибирской области, рабочий поселок Ордынское. Или, как говорят местные жители, Ордынка. Я здесь родился, вырос, закончил школу, потом уехал в Новосибирск и вот совсем недавно вернулся на родину. Я давно интересовался таким видом спорта, как тяжелая атлетика, но сам им никогда не занимался. И вот только этой осенью решил попробовать себя вот в этом виде. Благо, что у нас в Ордынке начали возрождать тяжелую атлетику, потому что последние 5 лет не было ни зала, ни тренеров. То есть то, что было раньше, была, кстати, неплохая школа, были хорошие спортсмены, но потом все закрыли, все разбомбили. Сейчас, вот только сейчас, благодаря там усилиям администрации, энтузиастов, тренеров, начали это восстанавливать. Ну вот, как раз удачно все совпало. Здесь у нас бывший тир, теперь его переделали под беговые дорожки. Спортсменам, чтобы разминаться, наша ребятня любит побегать, поэтому перед каждой тренировочкой, после тренировочки играем в футбол. Разминаемся, бегаем и так далее. Сейчас мы немного пообщаемся с тренером ордынских штангистов, мастером спорта Алексеем Шевченко. Ну, начну с того, что основатель зала тяжелой атлетики – это Солотин Валерий Викторович, это мой личный тренер, это мастер спорта СССР, скажем так, человек, который, скажем так, привез с собой из Новосибирска сюда тяжелую атлетику в Ордынск, заинтересовал ребят, очень много воспитанников, мастеров спорта, рекордсменов России. А в какой период это все было? То есть, начиная с каких годов? Начиналось еще в советское время, то есть 84-85 год сюда приехал. То есть с этого времени, скажем так, начался отчет победам Ордынского района в тяжелой атлетике не только в области, но и на России. А вот я знаю, что последние лет 5 примерно не было вообще ничего. Чего произошло вообще? Не согласовано с руководством, то есть решили, что тяжелая атлетика в Ордынске не нужна. Поэтому решили, что другие виды спорта будут развивать. Но в итоге ничего у них не получилось и пришли к тому, что в этом году мы вернули зал обратно. То есть благодаря пришедшему сейчас руководству. Благодаря, опять же, поддержке ихней. То есть с сентября месяца зал начал опять свою работу. Mm-hmm. Поговорим о том, что у нас сейчас есть и что, в принципе, мы хотим здесь сделать, добиться и все такое. Сколько сейчас детей занимается? Ну, на данный момент уже, скажем так, около 40 детей. То есть, а по возрасту примерно? Возраст начинается от 9 лет и, скажем, выше. Ну, если учитывать, конечно, взрослых уже ребятишек, которые приходят, которым уже за 20, но уже очень много их тренируется. Ребятишек. Да, для меня уже как бы ребятишки, поэтому, да, уже парни тоже приходят. А так, короче, здесь же я вижу, что не только штанги занимаются, просто так ребята ходят. Да, есть и, скажем так, которые пришли просто здоровье поправить, подкачаться. Еще мы всем рады, никого не выгоняем, поэтому кто-то... Ну, ты лифтеров готовишь? Да, бывает, что это, что по лифтерам есть, выступают, как бы, я сам тяжелоатлет, но как бы все равно упражнения там способны к этому. Поэтому да, бывает, что ребята ездят, выступают, подсказывают. Ну и я знаю, что и девочки у нас есть. Девочки есть, очень хорошие девочки. Вот начали выступать. Первая девочка, скажем так, в Ордынске заняла на областных соревнованиях, прошедшие вот месяц назад. То есть третье место она заняла. Девочки очень хорошо. То есть вот начали первые два старта, мы съездили. В этом году, дай бог, что дальше будет все это продвигаться.
я с 17 лет, скажем так, и сам тренировался, уже ребятишек пытался тренировать, то есть как бы это, ну, интересно было, конечно, все это. Ну и до сих пор энтузиазм не пропал, пытаемся что-то сделать в тяжелой атлетике. У тебя дети же занимаются? Дети, да, можно. Идите сюда, ребята. В кадр. Это вот трое моих сыновей. Трое моих сыновей, которых я очень люблю. Старший, средний, младший. Все они занимаются тяжелой атлетикой. Младший еще только пытается. Младший пытается. 5 лет, 9 лет, 12 лет. Да. Станислав, Константин и Руслан. То есть, вот они тоже сейчас, скажем так, преемники. Загорелись тяжелой атлетикой. Сын у меня вот средний занимался футболом. Старший легкой атлетикой. Но как только папа начал по новой тренерскую деятельность, все, загорелись именно тяжелой атлетикой. Сейчас отсюда просто никакими этими не выгнать. Все, ровненько, четко. Не торопись, спокойненько. Все, опускай. Привет, Тимоха, мои рекорды 22:30. Встретимся на России. Так, мы спускаемся в зал. Вот, тут у нас лежит инвентарь. Все поскладано на полочках. Тут еще мы, конечно, много будем доделывать. Еще умывальник надо поставить.
Тут такой красивый пород. Все делал сам. Что-то хотелось оставить будущим поколениям. И вот придумал такое-то. Все с плитки. И вот сам зал. Итак, самое главное, конечно же, это у нас штанга, пока что только одна, очень все дорогое, но пока хватает. Вот такие у нас блины, сделаны из колес, что можно бросать, вот как раз выше пятнашки, немного больше, еще один. А это уже блины нового поколения, полностью стальные, полосу закручивали 3 раза, потом вставлялся диск стальной, проточенный, и уваривалась втулка. Все делаем сами, сам инженер, так что несложно, гараж есть. Вот такие 2 стоечки тоже вырезали. Все сами. Еще есть вот такая стойка. Этот тренажер я сделал, когда еще учился в университете. Это тяга вертикальная, горизонтальная. Все сделано из батареи. Как она, ее легче достать. Турнички, кольца, брусья, гири. Самое, конечно, второе после штанги — это помост. Помост сделан из фанеры, резина где-то всего 16 мм, но пока хватает. Так как в зале мало места, гиперэкстензию делаем через 2 лавки, и вполне комфортно. Идея сделать зал возникла еще где-то 3 года назад или больше. И вот было только это место, но тут был подвал всего 2 метра высотой, и я своим ростом 198 сантиметров просто цеплялся почти головой на потолок, и пришлось очень много копать. Ну, мне, конечно, друзья помогли. Где-то 2-3 месяца мы копали, копали. 7 КАМАЗов глины отсюда выкинули. Сделали стяжку. Постелили плитку. Все покрасили, поклеили. И вот так получилось. Здравствуйте! Город Кузнецк приветствует
всех любителей тяжелой атлетики хорошим настроением и прекрасной погодой. Сегодня мы немножко окунемся в жизнь нашего замечательного города, а именно в отделении тяжелой атлетики. Поехали! Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобой связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано. Мне все про все рассказано, и я все космос к тебе одному, и ты его тут же встречаешь. Луч солнца побеждает холодную терпкую тьму, и летит, чтобы увидеть улыбку твою, которую ты ему даришь. Это будет очень теплый день, и ты не забывай, что я с тобой. Сейчас мы находимся около здания Кузнецкой детской юношеской спортивной школы номер 1. Такое вот у нас живописное, скажем, место. Где нам, в принципе, всегда рады. Тут наши окошечки родные, тяжелые атлетики. Отделение. Наша школа носит имя директора Хромчика Анатолия Михайловича, заслуженного тренера РСФСР. Так, это у нас фойе нашей школы. Здесь можно зарядиться свежевыжатыми соками. Выпускники, мастера спорта международного класса. Молодые спортсмены, лучшие. Вот и зал. Сейчас мы туда и пойдем. Ну вот наш легендарный зал тяжелой атлетики, город Кузнецка. Он уже единственный. Помосты наши тренировочные. Ремонт был сделан недавно, то есть помосты поставили, наверное, года 2-3 назад. Здесь были такие убитые. Вот, но сейчас все хорошо. Движемся вперед, растем. И вот еще один ряд помостов. В принципе, хорошая база для занятий тяжелой атлетикой. Любимая экстензия. Стронгмены спрятали свой инвентарь. Но мы их сейчас в угол подвинули, чтобы не мешали. Вот плинты сделали все абсолютно сами с ребятами для своих же тренировок.
наш глубоко уважаемый тренер Евпов Владимир Григорьевич, главный тренер отделения тяжелой атлетики города Кузнецка. Сейчас мы зададим ему несколько вопросов. Владимир Григорьевич, помните, когда школа основалась? Давно это было? Да, я не настолько еще стар, чтобы это забыть. Вот. Мы были, наша секция была при заводе «Кустикстильмаш» в доме номер 40 по улице Комсомольской. В подвале находилось. В подвальном помещении. В этом подвале, кроме нашей секции, были еще слесаря, комната, значит, для детей там, чтобы они по улице не бегали. Угу. Вот. Занимались, да? Да, там был воспитатель, который, значит, давал им шашки, шахматы. Пределы были. Теннисные ракетки, мяч футбольный. И вот, значит, детишки играли. Это в каких годах уже? Вот. Ну, значит, я пришел в эту секцию в 79-м году. Вот, значит, и вот с 79-го года, потом я уходил в армию, пришел в 83-м. В 83-м уже был ремонт этой секции. Возглавлял эту секцию Борис Васильевич Габасов. Вот. Он был наш мотор, заводила. Двигатель, да. Двигатель, да, который тащил этот паровоз вперед. Паровоз тяжелой атлетики. Тяжелой атлетики, да. И в этой секции были подготовлены. Рассказывайте. В этой секции были подготовлены, значит, кандидат в мастера спорта Иванов Петр Васильевич. Вот. Сковорода. Артур Львович. Вот. Главным куратором на заводе «Кустикстильмаш» этой секции был Лев Родионович Сковорода, главный инженер, который закупил в эту секцию и штанги, и помосты, которыми мы до сих пор пользуемся. Вот, они уже у нас побитые, разбитые. Но тем не менее, да, тем не менее мы на них поднимаем. Благодаря этому человеку пользуемся всем этим оборудованием. Вот. И благодарны ему. Вот. Этих людей уже в живых нет. Вот. Но память о них будет, я думаю, жить долго. Долго-долго. Вот. Ну, в 95-м году, в 93-м году создана была вот эта секция. Вот этот зал, да? Зал отделения тяжелой атлетики при спортивной школе номер 1. В этой, значит, секции уже были воспитаны мастера спорта Герасимов Василий, Сковорода Евгений, мастер спорта международного класса Маслов Юрий, вот, мастер спорта международного класса уже имя лежа Абубекиров Ренат. То есть у нас трейборы тоже на хорошей высоте, да? Ну, появлялись ребят, которые... Есть ребят, добивались могли, хороших, да, результатов. Талантливые ребят, которые что-то могли в этом, показывали результаты. И также мы, значит, в 95-м году, благодаря стараниям Бориса Васильевича Габасова, принимали здесь соревнования первенства России до 16 лет. По школьникам. Ну, среди школьников, понятно, да. Вот. Был у нас одаренный мальчик Сковорода Евгений. Вот. И, значит, он здесь выступал и занял первое место, обыграв будущую звезду, будущего серебряного чемпиона мира, призера Олимпийских игр Чигишева Евгения. Thank you.
занял второе место. 95-й год, да? Да, в 95-м году. И Евгений Сковорода съездил на Европу, в Грецию. Занял там третье место. Бронзовый призер. Да, стал бронзовым призером. Ну, сейчас спортсменов много молодых. Сейчас, да, у нас спортсменов за 100 человек занимается в этой секции. Плюс еще приходят наши ветераны, которых мы приручили. Они, не стареющие. Да, приводят уже своих детей заниматься. То есть секция живет. Вот. Не сказать, что процветает, но стараемся, выезжаем на первенство России, на турниры. Наши чижи, наши мухачи. Теперь супер чижи. Вадим говорит, чтобы вы пожелали молодому поколению, спортсменам и также родителям, которые боятся вести там, приводить детей в золотой атлетике в связи такой как бы проблемы, как за в развитии роста. На самом деле так, нет? Это обывательская такая. Вот. Значит, бояться не надо. Ребята у нас растут хорошо. Есть ребят, которые уже 1.98 м. Да, да. I like to watch him move it just right. She moving it right too. Кому сколько генетически дано, столько и родители будет. Родители в кого сколько заложили, те настолько и вырастут. Вот. Поэтому бояться не надо. Детей мы стараемся не ломать. Вот. Так что
там не надорвутся они, как обыватели думают. Приводите на здоровье мальчиков и девочек. Поднимать технично штангу, красиво. Вот. Ну, а то, кому суждено стать чемпионом, это уже дело таланта. Вот. Главное быть здоровым человеком по жизни. Да, вот. Любить этот вид спорта и заниматься по возможности всю жизнь. Спасибо большое за интервью. Полезной информации много. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, мужчины! Здравствуйте! Как настроение? Здорово! Такое у нас веселое настроение в зале. Мы находимся в городе Шенковце, Волгоской области. За моей спиной располагается дворец спорта, в котором находится зал тяжелой атлетики. Давайте пройдемте. Это достижение нашей спортивной школы. Давайте пройдем в зал. Наш зал делится на две части. Есть рабочая, где находятся 5 помостов, скамьи для жима, стойки для приседа. Также с нами занимаются спортсмены силового троеборья. Здесь находятся снаряды для силового экстрима, стол для настольного тенниса. И вторая зона – это зона подкачки. Как мы работаем в зале, вы увидите дальше. Yeah.
смотрел на других, хотел лишь быть целей и всем подать пример. Им нужны медали, не для моды, слабый кофе под зале. В итоге первые на пиде стали люди скалы. Они не боятся чужаков по скалу. Представляя страны, свято верят, звезды часто стали. Да здравствует он, это лорд. Дети хотят быть похожими, все люди за.